Ну что ж, друзья, наидобрейшего всем времени суток, с вами, как всегда, Док Браун, а мы сегодня с вами посмотрим Little Nightmares. Игра обещает быть весьма симпатичной, но в то же время мрачной, напряженной, местами даже, возможно, сложной. Это своего рода платформер, чем-то напоминающий не так давно вышедший Inside. Тоже мрачно, местами, возможно, страшно, но жутко интересно. Давайте посмотрим. Новая игра, собственно, в игру я, естественно, еще даже ни разу не заходил, так что будем пробовать. Интригующее начало на самом деле. Так. Можно осматриваться. Собственно, вот она, наша главная героиня. Это девочка по имени Шестая. Да. Возможно, немного странно, но вот. Звук сделан бесподобно на самом деле. Вот тут вот она, судя по всему, жила. Ну так себе местечко на самом-то деле. Оп. Понятно, она упирается в экран. Ладно, ну давайте посмотрим, что нас тут. Окей. Посмотрим, что нас тут ожидает. Собственно, Nightmares — это что-то вроде такой страшной детской сказки. То есть сказать, что тут прямо... тут прям будет страшно или еще что-то, то ну вряд ли. Нас с вами тут вряд ли что-то напугает, но я думаю, будет интересно. Так, собственно, у нее есть зажигалка. Бензиновая зажигалка. Так, окей. Ну-ка. Стоп, нет. А ну, кстати, ее лицо можно рассмотреть? Ну, да, чуть-чуть видно. Так, ладно. Хорошо. Но я как бы прекрасно понимаю, что мне надо туда. О, я могу шифтить, я могу бегать, отлично. Хорошо, вопрос в другом. Вопрос в том, какой кнопкой. Интересно, а почему сразу мне не написали этого? Так. Игра очень долго думала, стоит ли мне сообщать подсказку, как именно здесь это все делается. Ну да ладно. Теперь мы знаем. Очень крутое 3D, на самом деле, сделано все очень хорошо, то есть вот ну реально атмосферно так. Кстати говоря, для тех, кто любит все знать, то игра построена на Unreal Engine 4, а это, в принципе, сам по себе движок очень даже неплох. Никто нам ничего не объясняет совершенно. Что такое? То есть, вот реально, с чем-то есть сходство с Inside'ом. То есть, тебя забрасывают куда-то в какие-то страшные локации, где
явно что-то происходит, а что именно происходит, ты не понимаешь. Ну-ка. Нет, не получится. Ага. То есть я все. Это у нас что? Какая-то статуэтка. Окей, ладно. А ну-ка. Окей, ладно, разберемся. Вау. Кресло. Зачем-то подвешенное вверх. Ладно. Ну, мало ли, кому что захотел шить такое. Сигареты, ясно, понятно. Тихо. Ого. Там явно кто-то был, видели? Там кто-то прошел. И давай дальше. Вау. Но я понял. Я могу взять тапок, круто. Судя по всему, шестая не особо либо умеет, либо не особо любит читать, потому что, ну, тут явно письмецо. Да. Слушай, какой-то он огромный на самом деле, реально. И он висит. Ну ладно. Оп. Ладно, воспользуемся этим стулом. Нет? Что-то тут. Ну, самую малость. Как-то стремновато. Слушай, а черт с ним, давай посмотрим. Я ведь могу сюда сходить, а. А, ну понятно, тут. В принципе, там ничего и нету. Там обычная стена. Ладно, давай дальше. Интересно то, что повествование происходит абсолютно без... Опа, чекпоинт. Абсолютно без слов, то есть за всю игру нам здесь никто ничего не скажет совершенно. Хм. Так, ладно, куда нам? А, так. Чекпоинт-то у нас есть, но... Ну, хватай коробку-то, нет? А если ее... Нет. Ни туда и ни сюда, на самом деле. Ладно, ладно. Пойдем на... кардинальные меры, так сказать. Ладно, еще раз. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся. Холодильник. На нем руки. Угу. Отлично. Так, ладно. Это было не особо очевидно, на самом деле, но да ладно, мы... Нет, 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 нет.
Я такую падающую дрянь очень не люблю. Там она еще из-под пола вылазит. О. Вау. Так. Прекрасно. Тихо, тихо. Прям по лицу. Ну что ж ты будешь делать? Я не знаю, что это за мелюзга. Бег, господи, боже ж ты мой. О, зашибись! Нет! Да как так-то? Как так-то? Ты чё? Не, да ладно, да чё ж так легко-то? Чего она даже не отмахивается от них? Что это за... Они просто ее душат сразу же. Слушай, а на свет они очень хорошо реагируют, а без света, видишь как, даже получилось. Чекпоинт. Отлично. Давай наверх. Блин, я вам так скажу, эти пиявки мне... Ух ты ж, капец, напугал. Напугал-то. Зачем пугать-то? Чё они от меня бегают? Я-то им ничего не сделаю. Звуки на самом деле какие-то вообще безрадостные. Да и зажигалка не особо так, чтобы прямо освещает. Быстрее! Да, есть. Отлично. Так, подожди, два варианта. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Серьезно? И все? Понятно. Значит, не два варианта, значит, у нас только один вариант. Вау! О, ну-ка. Она подкаты умеет делать. Клёво. Вот подкаты это. Подкаты это клёво. Ну-ка давай. Оба. Класс. Подкаты это реально круто. Просто потому что это... Вау. Так, ладно. Я даже не хочу знать, что... И там какой-то свет странный, на самом деле. Вообще, где мы находимся? Что это такое вообще? Чекпоинт. Но я думаю, с крысами мне тоже не особо надо бы. А нет, крысы. Ёлки-палки, это толчок. Куча туалетной бумаги и... Ой, аккуратно.
осмотреться. Да-да-да. А, кстати говоря. Ага, вот оно что. Но я успел. О боже, что это такое? Смотри. Просто какая прелесть, честное слово. О, чух-чух, прикольно. Интересно, он ее убить может? Хотя ну нафиг, а то вдруг может. Потом... Он об эти рельсы спотыкается, а ну-ка. Чух-чух. Прикольно. Так, ладно. Собственно, моя проблема это опять свет. Это вновь моя проблема. Ну-ка. Так, нет. Да ладно, шестая, ну ты чё? Во! Сейчас вопрос в другом. Есть ли мне... Хотя ладно, попробуем. Чё? Давай. Пускай. Попробуем отрубить это еще раз. Да, был смысл, отлично. Слушай, пока все, в принципе, неплохо. Очень даже неплохо. Но атмосфера стрёмная. Вау! Это что такое? Я уверен, что на этот свет лучше не выходить. Вау. Лучше пускай она вернется, да? Я не знаю, что это, но я что-то как-то даже не горю особо желанием, чтобы проверять, что это такое. Я прекрасно понимаю, что мне туда надо наверх, но... А, ого! Суровый глазик. Но зато мы теперь знаем, что будет. Собственно.
Да ладно, ты чё? Чекпоинт-то был не здесь. Вот это немного странно. Игра сейвится вроде бы в одном месте, да? То есть я зажигаю фонарик, а в итоге меня поставил аж тут. Я думал, это что-то на манер сигнализации. Нет, это суровый глазик очень. Все, опять. Блин, не успел. Вообще, что это за маленькие человечки? Что это такое? Жесть, жесть. А, так, ладно. Попытка номер... Который? Номер три. Там надо, нам явно надо пройти эту ерундовину, и, собственно, дальше там вот надо вверх подниматься. Вот это вот самое главное. Тихо, 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 тихо. Чисто на пробу. Понятно. Чисто на пробу, собственно, вот то, что нам и надо. Все, понятно. По всем таким поверхностям она может прекрасно лазить и прекрасно... Тихо-тихо. Только не падать. Я просто хочу осмотреться и здесь тоже, как бы, вот. Поэтому я... Окей, ладно. Что-то как-то совсем безрадостная комната. Если подумать, что это все комнаты примерно такие, что там кого-то держат, то как-то что-то вообще игра совершенно безрадостная. Давай-ка просто мы пойдем дальше. Ох, нифига себе! Ты что, мать твою, такое? Это ж дети спят. Эй! Алло! Ну, ладно. Доброй ночи вам всем. Боже, капец, это чё за стримотень сейчас была вообще-то? Походу, шестая тоже что-то на манер одной из них, просто шестая, видимо, сбежала. Но длиннорукий это, конечно, сурово. Очень сурово. Так. Аккуратно, все нормально. Все в норме. Серьезно? Понятно. Мы идем за едой, значит. Так, это первый намек на... То вообще, что здесь происходит? О, столовая. Так, так, давай сейчас ты еще тут умрешь с голоду. О. Эй, пацан. Спасибо.
Лица даже не видно, кто это, вот, вот кто там, что там. Чё он там сидит? Ладно. Тут что-то такое происходит, что... Опять эти дряни висят сверху. Что-то такое стрёмное и странное происходит, что, ну блин, как говорится, не сказать, не описать. Там явно просто стоком что-то, поэтому туда мы не пойдем, мы... Очень, очень осторожно, очень осторожно. Так, я даже думаю, ребят, мы, вот, мы засейвились. Я думаю, на этом месте можно будет даже на сегодня, на сейчас закончить Little Nightmares. Пишите, что вы думаете об этой игре, хотите ли вы увидеть полное ее прохождение. А у нас вот такой вот необычный платформер, явно периодически с головоломками, то есть да, надо подумать, посоображать, что, куда, как. А, и явно, чем дальше, тем будет становиться сложнее и сложнее, но... Чё она не залазит-то? О, залезла. Но, ко всему прочему, это платформер, выполненный в такой вот... мрачной, суровой, стрёмной атмосфере. Вот реально напоминает чем-то Inside. Очень напоминает. Ладно, ребят, если вам понравилось, ставьте лайк, пишите ваше мнение, пишите, хотите ли прохождение этой игры. И, собственно, на этом, на сегодня, на сейчас все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, если вы здесь первый раз. И добро пожаловать в группу ВКонтакте. Там много чего интересного. Ссылочка в описании под видео. И да, извиняюсь за свой хриплый голос. Я сейчас несколько приболевший. На этом все. Всем удачи. Всем пока-пока.